Детские песни, музыка и веселая анимация. Так в микрорайоне «Гусарская баллада» провели открытие новой детской площадки. Ее сделали в рамках программы губернатора Подмосковья по установке современных игровых комплексов. Я вас хотел поздравить с такой замечательной площадкой. Уверен, что вы здесь будете получать удовольствие, положительные эмоции, находить себе новых друзей, да и в целом радоваться тому, что вы отдыхаете на воздухе, на свежем. И таким образом еще и развлекаете. Качели, горка, карусели. Для детей любого возраста здесь найдется занятие по душе. А чтобы сделать настроение ребят по-настоящему праздничным, глава округа угостил всех мороженым. От праздника и проведенного на территории благоустройства в восторге остались взрослые. И из моего окна раньше здесь была большая лужа, а сейчас такая потрясающая площадка. Я не могла пройти мимо, я решила все зайти и получила много колоссального удовольствия. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».